Дарить добро просто. В этом серьезно убеждена молодежь, собравшаяся в стенах детской центральной городской библиотеки имени Пушкина. И таких оказалось немало. И это говорит о многом, но в первую очередь о том, что воспитанники многопрофильного центра детей и молодежи города не на словах, а на деле знают истинное определение словам «добро» и «милосердие». На протяжении месяца учащиеся школ, учащиеся объединения по интересам многопрофильного центра делали свои творческие работы для того, чтобы в канун Нового года, в канун Рождества подарить им эти работы другим детям. Детям с особенностью психофизического развития, детям, которые попали в непростую, сложную жизненную ситуацию, находящимся в домах семейного типа, в социальном приюте. Ребята своим творчеством стараются доставить минуты радости другому ребенку, которому не просто в этой жизни. Цель акции не только поспособствовать развитию творческого потенциала школьников, но и привлечь как можно больше детей к благотворительной деятельности и волонтерской работе. Организаторы инициативы уверены, в наше время это именно то, что нужно прививать детям. Детям просто очень хочется получить свои подарки, им интересно вот получать, им приятно, когда вот про них не забывают. Творческие работы, представленные юными воспитанниками на выставке, выполнены из самого разного материала. Это открытки, рисунки, поделки, композиции, игрушки. Творчество юных участников, радуя гостей праздника красотой, выдумкой и оригинальностью, было отмечено наградами, после чего передано детям, нуждающимся в этом особенно. Надо доброте учить с самых малых лет. Еще ребеночек только родился, он уже может и умеет делать добро. И я думаю, эта выставка наша замечательная как раз этому и учит. Когда сам ребеночек делает вот такую красоту своими руками и не оставляет себе, а дарит ближнему, тому ближнему, которому он хочет принести добро, украсить его жизнь еще большей какой-то красотой и действительно подарить не просто свой маленький подарочек, а подарить еще маленький кусочек той новогодней радости, которую несет эта замечательная выставка. Дарить подарки, при этом ничего не ожидая взамен, очень ценно и человечно. И это своеобразный ключ к счастью, уверены юные воспитанники многопрофильного центра детей и молодежи города Бреста.